One away. Есть люди, которые могут огорчить запись студии Елки One Way or Another. Эта песня называется «Гречка». «Гречка». Было очень холодно, жесткая снежная масса хлестала в ясное стекло Волги. Алида все ровно и ровно радовалась тому, что наконец она возвращается домой. Снова перед нею город, машины, люди, и рядом на коленях у Петра сыночек, такой близкий и родной. Близкий и родной. Близкий и родной. Когда Лида уходила из палаты, пожилой внимательный врач сказал ей: не надо. Не буду откровенно, молодая мамаша, сын ваш уцелел чудом нахуй. Чудом нахуй, под чудом нахуй выжил. Чудом нахуй выжил он под рейх. Чудом нахуй. Чудом нахуй. Чудом нахуй. Назвали Андрей. Нет, почему не Петя? Она посмотрела ему в лицо. Куда ты везешь меня, Педик? Домой, сказал он уверенно. Не шути, пожалуйста, эта прогулка совсем не кстати. Почему не кстати? Такой, кстати, пиздатый день. Тем временем Волга сделала круг. Сделала круг. Обойдя квадратно в насежный скверик, остановились ребята у четверых. У четверых стали хуи поблескивающие между свечей свежей голубоватой краской. Лида не спела толком осмотреться, как перед ней возник бодро улыбающийся мальчик. Он сжал ее руку в своих жестковатых ладонях и сказал громко, с подчеркнутой торможенностью: это гречка для вас, Лидия Романовна. Это гречка. Это гречка. Это гречка для вас. Это гречка для вас. Это гречка для нас. Это гречка для всей планеты. Вечером или летом. Это гречка для нас. Это гречка для вас. Это гречка.